Das Haus selbst wurde zwischen 1886. Этот дом на Халлерштрассе в самом центре города построен в 80-е годы 19 века. Meine Eltern zogen mit mir und mit meinem Bruder 1938. Здесь жило когда-то много еврейских семей. Мои родители переселились сюда в 1938 году. Значит, я живу тут вот уже почти 65 лет. Es war so ein Haus für gut situierte Mittelschichtsmenschen. Die Wohnungen waren meistens ungefähr 300 Quadratmeter groß. Это, как видите, роскошный дом, имевший квартиры из 8 огромных комнат площадью 300 квадратных метров. Ein bekannter jüdischer Arzt, Dr. Simon, wohnt hier in der ersten Etage, der viele Menschen behandelt hat. Вот там, к примеру, жил знаменитый врач, у которого была большая практика. Богатым семьям, имевшим деньги, связи, удавалось получить разрешение, аффидевит. Они сумели эмигрировать, спастись. Бедные же семьи были депортированы, а затем убиты. Этот, повидавший многое, испытавший многое дом, можно сказать, своеобразный микрокосмос. Сколько вместил тут всего? Во дворе дома можно увидеть тоже немало интересного. Например, сохранившееся здание одной из самых старых в городе синагог. Застройка возникла где-то в начале 20 века. Напротив находится так называемый Юденхаус. Таких домов в Гамбурге было 10, куда нацисты приказывали переселяться еврейским семьям. Это было удобно для последующей депортации. Можно представить, что довелось пережить здесь людям. Просто ужас. Menschen aus diesen Häusern dann zu deportieren. Ich habe hier zum Beispiel ein höchst interessantes Buch von 1991. Можно сказать, что по этой теме есть много литературы. У меня в руках вот эта большая книга «Еврейская жизнь в Гамбурге», куда включено много фотографий. Seitdem gibt es zahlreiche Publikationen zu jüdischem Leben am Grinde von verschiedenen Autoren, unter anderem auch von mir. Dieses Buch hier. Я тоже написал свою книгу. Она издана в 1994 году под названием «Мы жили рядом друг с другом» о судьбе евреев в этом районе Гамбурга. Aber es gibt zahlreiche andere Publikationen und Forschungen zu diesem Thema. Gott sei Dank kann man sagen. Sodass man heute sagen kann, zu diesem Thema gibt es sehr viel Literatur von allen möglichen Autoren, speziell eben zum jüdischen Leben hier am Grindelviertel. Wir haben heute einen Film zu sehen, der uns viele Aspekte... В фильме «Прикосновение», который вы сегодня увидите, меня буквально поразил и тронул эпизод, где показана мемориальная доска у здания школы на Буленхусердам, где проводились ужасные эксперименты над детьми. Там написано: «Здесь стой молча, но когда обернешься, не молчи». Значит, это просьба к нам – говорить об этом времени, писать книги, снимать о нем фильмы. Германия является исторической родиной не только немцев, но и евреев тоже, проживавших тут многие столетия. Нас соединяет и разделяет общее прошлое, где было, как известно, всякое, и светлое, подлинно прекрасное, и уродливое, вызывающее безмерный ужас, чувство нестерпимого стыда, незатихающей боли. От этого никуда не деться, это не скрыть, не позабыть, не заживающая, вечно кровоточащая рана.
Творческое объединение «Ракурс», студия «Велиол» представляют фильм Ефима Ямпольского и Аркадия Когана «Живу я в городе немецком, по крайней мере им слывет, а может негрском, турецком, да всякий бродит тут народ. И, кстати уж, замечу просто, зову я мысленно ау, когда в толпе довольно пестрой своих собратьев узнаю». Бурлит вокруг народа масса, кто, из каких явился сот. Про чистоту арийской расы речь, безусловно, не идет. Здесь все наделены правами, их наберется с добрый тон. Немало всяких верований, у всех есть свой молельный дом. К себе зовут усердно Бога, чтоб вечный заключить союз, мечеть, собор и синагога, а в кирках верят Готмит Унс. Душа торопится навстречу земных непеределов дел, и яркие пылают свечи, и жар идет от бренных тел. А он из невозможной дали, на части вовсе не делясь, глядит внимательно, печально, слегка насмешливо на нас. Тоска его, наверное, в знании необратимости потерь. Дивится сам делам созданий своих и в прошлом, и теперь. Старинный город повсеместно я изучил уже sehr gut, но есть места, признаюсь честно, к себе особенно влекут. Ничем вроде бы и не примечательный, зеленый, ухоженный, как принято тут, скверик, рядом со старинным зданием университета. Подобных немало, но этот единственен в своем роде. Идущие мимо, как правило, не замечают установленный тут большой серый камень. Непростой, необычный. Воистину, камень преткновения. Место еврейской депортации. В 1933 году
В городе проживало 24 тысячи евреев. Здесь начался путь тысяч и тысяч евреев, созданные нацистами лагеря уничтожения. Когда миную площадь эту, то долу опуская взор, на сером камне вижу мету, скупой мозаичный узор. Всего-то контуры страданий, которым не сведен итог. Тут было синагоги здания, каких немного, видит Бог. Красою дивною блистала, богатством сказочным знатна, но тьма хрустальная настала, вся чаша выпита до дна. Нет хуже для еврея пыток, чем храм, разрушенный дотла. Хоть уцелел священный свиток, дом Бога, пепел и зола. А их своей добыче рада смерть погружала в поезда. На грудь повешена награда, шестиконечная звезда. Они с мольбой смотрели в небо, куда лежал последний путь. Был с ними их премудрый Рэба, а мог сбежать куда-нибудь. Нет, не искал себе удачи, какой-то участи иной. Не зря, наверное, сердце плачет на этой площади пустой. В соседстве с трассой оживленной, став жертвою народных ссор, остовом дочерно сожженным, страшит прохожего собор, чей вид травмирует сознание, да разве здание в том вина, оставлен как напоминание, на что отважится война. Теперь понять поди сумейка, когда у пастора того, что в нем служил, жена еврейка была, представить нелегко. Дружил еще с тем самым Рэба, что говорить, мир тесен наш. В те дни нацистское отребье взяло его на карандаш. Ему грозили или-или, не зря он сразу посидел. Жену в концлагере гноили, его отставили от дел. Пустым, однако, не бывает святое место, и другой поству к погромам призывает самвонов сдернутой рукой. А та, похожая на тесто, забыв, как видно, стыд и срам, уже не выскажет протеста, хоть протестантским звался храм. Мы молчали, когда вас лишали прав, презирали, отравляли газом и разрушали ваши синагоги. Мы просим прощения и мира.
Наверное, не просто даются горькие строки покаяния, делающие честь тем, кто хотя и по прошествию времени решился на это. Притом на обещание падки всю тысячу лет жидбешедов кроили новые порядки, да так, чтобы не расползся шов. Бомбили город днем и ночью, и уцелел в нем редкий дом. В прицел глядя, английский летчик Гомор увидел и Содом. Высокий шпиль, попав умело, сдержать всей радости не смог. Творим божественное дело, нам нынче помогает Бог. Среди жертв кровавого визита и пастора бы надо помянуть. Нашли его на паперти убитым. Просил подать чего-нибудь. Вот потому, дойдя до сути, должна быть истина строга. Я не скажу, что правосудие свершилось здесь наверняка. Приходит новая без спора, свой подает повсюду глаз. Вокруг шумит огромный город, не пряча прошлого от глаз, но выставляя на смотрины. Турист тут фото сделать рад. Вот эти страшные руины собором были, говорят. Живу я в городе немецком, по крайней мере, им слывет. А может, негрском, турецком, да всякий бродит тут народ. Но кажется довольно странным, о том немалый пересуд, что среди других числом изрядным евреи тоже здесь живут. И едут новые веспуги, как будто чуя зов крови, ступают на чужие круги, что были некогда свои. Течет, не иссякая, людской поток. Вечно спешим, торопимся куда-то. Редко кто обращает внимание на скромные таблички, укрепленные на стенах домов, кирх. Задержимся здесь хотя бы на мгновение. Но не спасали стены дома. Такое разве в страшном сне? Про жуть кровавого погрома вот эти буквы на стене. В память о доме моды братьев Робинзон, который находился здесь до своего уничтожения в ноябре 1938 года. Здесь жизнь еврейская кипела, а позже обратилась в прах. Тут слово мертвое и дело навеки поселили страх стать снова жертвой приговора, когда Германия предаст. От катастрофы той повтора никто гарантии не даст. При том, что нынешние власти, страдая комплексом вины, нам раздают, как детям сласти, чтоб был еврей, как до войны. Чтоб возвратившийся в отчизну обиды прежней не держал, на все глядел безукоризны, коварства тайного не ждал, и, не страшася новой бойни,
свирепости фашистских стай, мог жить и спать себе спокойно, поскольку рядом полицай. Чтоб недалек от идеала, распрочный тут обрел причал, все поимев от социала, про то, что было, не кричал. Теперь и впрямь иначе стало. Гостям подносят хлеб да соль, внимания уделят немало. Но чем унять былую боль? И верить, что не быть беде, когда опасность чуешь кожей. Тут не такой ты, как везде, и на себя тут не похожий. Пусть не грозит еще погибель, себя учи вперед беречь. Еврея не увидишь в кипе, на идыш не услышишь речь. Не замечает праздник Пейсах, не исключение я сам. На свадьбах не танцует фрейлакс, чтоб жарко было небесам. Грустит, глядя в родные лица, из дома в гости уходя. Каких-то призраков боится, раздержит за руку дитя. Не стоит мир слезинки детской, поверить в это всякий рад. Увы, писатель Достоевский любил не всех детей подряд. Его речение в поговорку вошло без всякого труда. Мог сделать верно оговорку для слез еврейского дитя, которыми мир целый залит. Кто всем сочувствовать гораст, за них недорого заплатит, копейки ломаной не даст. Есть адрес Буллинг-Хусардам. Его я выучил на совесть. Была когда-то школа там. Наверное, это многим в новость. Сюда шли грамоте учиться, подружек встретить и друзей. Сейчас здесь можно лишь молиться, печально заглянув в музей, какого, верно, нету в свете, где снимков целая стена расскажет вам не о поэте, чьи строки знает вся страна, не об ученом, не артисте, сидевшими за партой здесь, враче, политике, юристе, тех, чьих заслуг не перечесть. Тревожа память поколений, молчит о том, зажавший рот, не скажет, здесь учился гений, прославив человечий род. Как суть вещественной улики, когда брать поздно на попят, на вас со стендов смотрят лики обычных вроде бы ребят. Нет, не обычных, а еврейских. О них как раз ведется речь. Лишь потому, замечу резко, не удалось их уберечь. Представьте только, в это здание в конце войны из разных мест свезли детей для испытания, проверить на какой-то тест и доказать. На то и асы считались местные врачи, неполноценность данной расы составом крови и мочи. Проверить действие лекарства, чтоб жизнь арийскую спасти, отняв не гнусное ль коварство у тех, кому бы еще расти. Тут заражали их бациллой, им вену заводили яд, их после попросту убили, петлю накинув всех подряд.
приказ управиться быстрее. Закончил дело и беги. Скрипели жестью портупеи, воняли ваксы и сапоги. Закончив скучную работу, в семейный возвращались рай, где нежные жены и заботы, где ужин ждал и сладкий чай, где с ребятнёй своей умлели, совали лакомый кусочек и, поправляя ей постели, шептали: «Спи, спокойной ночи». Ваша жизнь была коротка, но вечно будет память о вас. Здесь было место катастрофы, какой еще никто не знал, детей, взошедших на Голгофу, пусть это был сырой подвал. И ни одна на свете сила не помогла им, не спасла, от палачей не защитила, свершилось тут деяние зла. А в воздухе носились стрели, душили запахи весны, тогда, 20 апреля, уже в конце войны. Сад, окруженный высоким глухим забором, на котором укреплены простые дощечки с портретами замученных детей и тех, кто, погибая сам, пытался облегчить их страдания. Вечером 20 апреля 1945 года в этом подвале эсэсовцы повесили 48 человек, 24 советских военнопленных, 2 голландских и 2 французских участников сопротивления и 20 еврейских детей, на которых проводили эксперименты. В их память заложен этот парк роз. Здесь стой молча, но когда обернешься, не молчи. С тех пор отмечен черной метой весенний день тот навсегда. Почтить их память даты этой приходят дамы, господа. Ну а душе, душе не легче от этих праведных затей. И не забыть уж этой встречи тех Богом избранных детей. Бывает, не туда заедешь, все чудится каким-то сном. Кого среди братвы не встретишь в прекрасном городе моем? Тут наши собрались до кучи, невольно открываешь рот. Евреев с Украины тучи, из прочих мест еще народ. Но как хотите, назовите,
а не могу уразуметь. Москву оставить, кинуть Питер, знать надо сильно захотеть. Но едут и оттуда тоже, как на целинные места, с мечтою тайною похоже, начать все с чистого листа. Да только зря о том хлопочем. Все то, что прожито уже, все то, чем дорожили очень, собой утащим в багаже. Район от центра удаленный. По карте вычислишь маршрут. Ряд улиц тут прямых, зеленых, на площадь тихую ведут. Хранят названия улиц этих, такие нынче времена, несуществующих на свете ребят еврейских имена. И вспоминать про то мне тошно. Ночь безрассветная, черна. Ребят тех будущее, в прошлом, для них нет завтра, лишь вчера. Всем это ясно совершенно в немецком городе у нас, что память их хранить священно, сюда идет за классом класс. Roman Witonski, 7 Jahre alt, aus Radom. В себе едва смиряя пламень, невольно сдерживая речь, как часовой поставлен камень, нас от кошмаров тех беречь, в нас пробуждает чувство долга. Поставлен кем и почему? Различные про то есть толки, вопросы не задашь ему. Кто и кому тут дал задание? Сказал бы, да боюсь совру. Мне по душе одно предание, что слышал, то и повторю. Жил в Питере какой-то мастер, своим владел отменно ремеслом. Его ценили даже власти, когда не делал им назло. И в миг чудесной вдохновения создал, по мнению людей, свой лучший образ, без сомнения, блокадных памяти детей. Но что-то стало не по нраву, на кой понять пытались ляд, все бросил тут и даже славу, и перебрался жить в Дойчланд. Не ведая на то причины, ответа точного не дам. Но те же, что мои кручины, вели на Буленхусер дам, где тоже погибали дети, а вышло некого судить. И вот он держит на примете такое здесь соорудить, чтоб громом поразить глухого, чтоб сразу речь обрел немой, смотреть заставил и слепого в лицо трагедии самой. И не абстракция, а четко должна быть реализма твердь. Детей тех лики за решеткой, и всюду жизнь, и всюду смерть. Как мать вынашивала идею, пока не родилась на свет. Вот только воплотить затею на это и надежды нет. Где денег взять, хотя бы нечаянно?
Казна общинная пуста, и, как всегда, обет молчания хранят чиновничьи уста. Сплошной отказ на все запросы. Недаром даже за ним мог. Повсюду гонят, смотрят косо. Да случай, как всегда, помог. Когда не верил сам в победу, звонок в дому раздался вдруг. Я слышала про ваши беды, и вас я выручу, мой друг. Тот самый раз прочистить уши, быть может, розыгрыш, курьез. Неужто есть на свете души, спасут не в шутку, а всерьез? Теперь исполню в лучшем виде, предстанут мертвые живьем. Прошу, ангел, назовите мне имя чудное свое. Нет-нет, о том и не просите, но, повторяю, деньги дам. И памятник установите, чтоб помнить Булин-Хусардам. Все могут деньги, без сомнения, на них могущество печать. Не продается вдохновение, но можно памятник создать. Еще бы бегать понапрасну, пока совсем не сбился б с ног. Нашелся тут, на счастье, пастор, и место отыскать помог. Звучали долго чьи-то речи, когда душа огнем горит. Не повторить, идти навстречу, о том тут каждый говорит. У тех детей просить прощения, искать к людским сердцам пути. Хвалили четкое решение, что удалось ему найти. В толпе он был, конечно, тоже. На старость жаловаться грех. Его творение, похоже, имело подлинный успех. Едва скользнуло вниз покрытие, как кто-то в голос зарыдал. Средь приглашенных на открытие глазами он ее искал. В том столько прилагал усилий, что чуть не пропустил момент. Во всей им выраженной силе явился взором монумент. И кто-то тихо молвил «Амен», а кто-то вскрикнул громко «Толь!» Не обойти заветный камень, не заглушить былую боль. Всю площадь, оглядев до кромки, не обнаружил даже тень. И имя странной незнакомки не знает мастер по сей день. Быть может, дело тут нечисто, бдить не мешает посему. Что если это дочь нациста, супруга, сетуют ему? Наверное, жаждет искупления, замыть спешит кровавый след. А там такие преступления, которыми названия нет, и даже крайние суждения. Из уст лился горячий пар. Им нет за прошлое прощения, и дурно пахнет щедрый дар. А кто твердит, что эта дама судьбою с нами заодно? Кому-то с Булин-Хусардама она приходится роднёй, до сей поры осталась тайной, и в спорах яростных ничья. Стоит тут памятник печальный, лежат цветы, горит свеча. По крайней мере, им слывет. А может, негрском, турецком? Да всякий бродит тут народ, почти сроднившийся с туземцем. Ему и сватья, и зятья. Но как еврею ладить с немцем? Вопрос. Особая статья.